Автолюбителям напоминают о вступивших в силу с 1 января изменениях. Их суть проста. Если водитель оплачивает штраф в течение 20 дней с момента вынесения постановления, то действует скидка 50%. Для должников тоже есть свои нововведения. Если сумма долга превышает 10 тысяч, будет ограничено право пользования транспортным средством. Руководство полка ДПС напоминает, после наложения штрафа у вас есть 60 суток на его оплату. В противном случае водителя по решению суда могут обязать платить штраф в двукратном размере, либо поместить под арест сроком до 15 суток, либо назначить обязательные работы. За 2 месяца в Сочи было выявлено 47 неплательщиков штрафов. По решению суда 9 водителям назначен административный арест на 15 суток. 23 человека привлечены к обязательным работам на срок до 50 часов.